Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. И сегодня мы с вами распакуем милашку Китти Чешир из серии Spring and Sprung. Эта кукла является эксклюзивной Ever After High, или кто-то говорит Ever After High, магазина Walmart. И она постепенно исчезает в продаже. Поэтому мы решили немедля сделать обзор на эту красавицу. Что ж, поехали! Весна – это отличное время для открытия новой главы, и снова ученики школы Ever After будут решать, следовать ли им по стопам своих родителей или написать свою собственную историю. Весна – это также время для фестиваля Spring and Sprung, во время которого празднуется приход обновления и креативности. И свою креативность будет активно проявлять Лиззи Хартс, Холли О'Хейр, Брайра Бьюти, Сидер или Кедер Вуд, и Сирис или Черис Худ. Каждый наряд выполнен в ключевых цветах каждой девушки, с включением черных элементов, символизирующих зиму и цветов, которые также являются символом весны. Кстати, серии Spring and Sprung посвящен мультфильм Ever After High Spring and Sprung, сказка наизнанку, который уже показан в сети Netflix. Этот спешл откроет новую третью главу в эпизодах Ever After High, которые также будут доступны на Netflix. Для тех, кто не в курсе, Netflix – это огромная и очень популярная компания интернет-телевидения. За определенную плату в месяц на сайтах Netflix можно смотреть любые фильмы, сериалы, шоу и прочее, без перерывов на рекламу в зависимости от ТВ-программы. Именно в сети Netflix и появилась премьера Ever After High Spring and Sprung, за которым последовали 12 эпизодов новой главы. Центральной фигурой в этой коллекции Spring and Sprung стала Лиззи Хартс. Именно она выпустилась вместе с плейсетом, то есть игровой набор в форме книжки, представляющей собой комнату Лиззи, в которой она создает свои новые наряды. Вместе с куклами этой серии в набор идут кольца для девочек, которые хозяйка куклы может носить сама. Мы раскрыли куколку, мне она очень понравилась. Она такая вся волшебная, загадочная, улыбающаяся. И давайте сейчас начнем на нее обзор и рассмотрим ее детально. Сравнивая с базовой Китти Чешир, эта куколка выглядит более взрослой, нежели хитренькая базовая Китти. Взгляд у Китти Spring and Sprung более добрый, нежный и немного загадочный. Ее фиолетовые локоны собраны сзади, и, к сожалению, они не завиты милыми кудряшками. Но ведь это всегда можно исправить. На голове у Китти Чешир красуется волшебный милый венок из цветов, среди которых спрятаны два ушка. Одета Китти очень сказочно. В ее праздничном наряде фигурируют нежно-фиолетовый, бирюзовый и белый, гармонируя и сохраняя образ нашей героини. Платье украшено массивным воротничком, венком на шее. По низу подола проходит красивый градиент, переходящий из фиолетового в белый кверху. Цветы нарисованы. Рукава платья Китти на локтях декорированы очень милым и пушистым мехом, совсем как кошечка. На Китти одет голубой ремешок в виде веревки с бантиком. А на руках у куколки фиолетовые браслеты с голубыми цветами. И есть фиолетовое колечко на два пальца в виде цветка. Стоит обязательно приглядеться к ножкам Китти Чешир. Туфли сделаны в стиле цветов, оплетающих их серебряными лозами. В набор Китти идет серая сумочка с цветами, подставка, расческа и очаровательное серебряное кольцо в виде цветочков для счастливого обладателя этой куколки. Кстати, хотела отметить, что Китти ниже по ростам, чем другие куколки, и она является такой вот малышкой. Вот, например, сейчас сравним с Брайер Бьюти. Мое мнение, что без Китти ваша коллекция просто не коллекция, она безумно классная. У нее просто суперская улыбка, которая отлично завершает ее образ. А на этом все. С вами была я, Алиса. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Беливикс, ставьте ваши лайки, следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылочка будет в описании. Be cool and crazy. Пока-пока!